в определенном порядке маршрут, проделать 9 прыжков, так как под номером 6 стоит двойная система, 6А, 6Б. Если всадник преодолевает маршрут безошибочно и укладывается в норму времени, ему не начисляется штрафных очков, значит, он справился с заданной задачей, и ему не начисляются штрафные очки, а за малейшие ошибки даются штрафные очки. Например, за повал разрушения препятствия начисляется 4 штрафных очка. Если лошадь отказывается преодолевать препятствие, это называется загибка или обнос. Вот перед вами как раз Анастасия Чепиркина закончила маршрут без штрафных очков, норму времени. И давайте пригласим следующего участника.